«Авангард ТВ ПМР» продолжает дарить праздник футбола. Накануне были дубасары. До этого заразили сокой весь микрорайон «Солнечный» в Бендерах. Ну а в дубасарах аншлаг был в парке энергетиков на новой спортивной площадке. Такого тест-драйва мини-футбольное поле вряд ли видело. Парк Турне с высоты птичьего полета, дубасары, парк энергетиков – шикарное место для отдыха и для серьезного футбола. За моей спиной открывается прекрасный вид на Дубасарское море, ну а мы находимся в парке энергетиков. Здесь состоится матч с участием сока-клуба «Авангард ТВ ПМР». Я в гуще событий, пришло очень много людей сегодня на спортплощадку в Дубасарах. Битва трибун не хуже, чем на поле. Пока игроки выясняли, кто сильнее, фанаты определяли, кто громче. Первый тайм товарищеского матча «Авангард ТВ ПМР» ФК Дубасары завершается. Был очень опасный момент у ворот авангардистов. Счет на эту минуту пока равный 0-0. Новая жизнь спортплощадки в Дубасарах. Жизнь в нее вдохнул фонд капвложений. Душу добавили местные ребята. Зрелище подкинул парк Турне. Итог встречи 3-1. Победу одержали дубасарские футболисты. Кто не смог посетить матч, не расстраивайтесь. Первый Приднестровский покажет игру в эту пятницу. Начало эфира в 21:40. Ну а где мы будем в следующий раз в нашем парк-турне, можно узнать в инстаграме «Авангарда». Он на ваших экранах.